Сама смерть матери – событие неординарное, тем более, что в условиях города Череповца таких ситуаций не было, материнской смертности не было у нас с 2007 года. Сегодня приказом Департамента здравоохранения будет издан приказ, определена комиссия, которая будет заниматься расследованием данной ситуации, и по результатам расследования мы подведем итоги и выясним причины, которые к этому трагическому событию привели.